Глава района провел на этой неделе плановые совещания с начальниками отделов, организаций, учреждений и главами администрации сел. В начале совещания глава района сказал о том, что дорожный фонд провел работы по разметке автомобильных дорог, добавив, что в дальнейшем планируется провести работы по ремонту дорожного полотна в селах Баргяб и Абыркыт. Заместитель главы по финансовым вопросам Нина Гунчадзе проинформировала, что после того, как заработная плата за май месяц была выдана работникам образования и главам администрации сел, остаток в бюджетном фонде составляет 662 тысячи рублей. В свою очередь, главы сел отчитались о налоговых поступлениях. По их словам, собираемость очень низкая, так как жители района испытывают финансовые затруднения. В связи с этим глава района добавил, что по мере налоговых поступлений заработная плата будет выдана полностью. Куратор отдела культуры Наира Амалия сообщила о подготовке сотрудников Дома культуры к концерту с участием детских коллективов и танцевальных ансамблей, приуроченного к празднику Дня России, который пройдет в районном доме культуры города Гал. Тимур Надарай поручил куратору отдела образования Наире Амалые составить список абитуриентов Галского района, изъявивших желание поступить в Абхазский государственный университет, приложить к списку информацию об успеваемости, составе семьи и их социальное положение, а также выбранный ими факультет. Начальник управления сельского хозяйства Томас Свишба отчитался о первом этапе проведенных работ, направленных против грибковых заболеваний плодовых растений в 10 селах. В дальнейшем при хороших погодных условиях будут произведены сельскохозяйственные работы, где будет использована авиация для распыления химикатов. Мы учились в Министерстве сельского хозяйства лекарства. Мы полностью видели работники управления сельского хозяйства. Сегодня даже вот с утра они уже там находятся. В селах, в 10 селах мы это провели. Завтра, послезавтра мы начинаем авиации лечить всю нижнюю зону нашу, и мы там вот выехали, посмотрели, где посадка, где билет, это все сегодня определили. Я думаю, что в течение 3 дней все вопросы будем совместно решать. 50% уже поступило лекарства, деньги уже зачислены и ждут поступления лекарства. Как они поступят, сразу же начнем. Главный агроном Лери Шония добавил, что в селе Абаакыт будет проведена инвентаризация сельскохозяйственных угодий. Главный эколог района Анзор Киртадзе проинформировал, что на этой неделе мусорную свалку посетят биологи и экологи для вторичного заключения. В завершении совещания начальником паспортного отдела Тимуром Миная и главами администрации сел был составлен график приема документов вида на жительство.